Дорогие земляки, прошло 5 лет, как президент и вы, жители республики, доверили мне ответственную миссию – работать на благо Бурятии. Бурятия по-настоящему стала моим домом. Я горжусь многообразием культуры и традиций народов нашей республики, силой и радушием наших людей. Я с полной отдачей работал прошедшие 5 лет. Результаты вы можете оценить сами. За эти годы также сложилось понимание, какие проблемы в дальнейшем требуют первоочередного решения. При вашей поддержке готов работать и дальше. Использовать весь свой опыт, силы и возможности для защиты интересов и решения проблем жителей республики. Дорогие земляки, прошу вас 11 сентября прийти на избирательные участки и поддержать. Ваши голоса – это то, что дает силы мне, это то, что видит и слышит президент. Вместе мы можем больше. Приходите и сделайте выбор.